здесь очень нравится, здесь прекрасно очень даже. Все условия есть для того, чтобы научиться незрячему жить, не завися от постороннего человека. Научилась просто смотреть на вещи по-другому, более широкий кругозор, более так, позитивные мысли, так скажем, появились. Спасибо всем, кто помогает. Хотела поблагодарить тех людей, которые могут спонсировать такие центры, как ЕРДЭМ, в которых люди с ограниченными возможностями могут себя почувствовать на уровне нормальных, здоровых людей.